Я уже в этих гей-парадах давно не участвую. I'm from Belgium. Portugal. Барнаул, Западная Сибирь. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Всем привет, на связи Раиль Арсланов и канал «Хижина музыканта». Новый выпуск баяниста в иностранный чат-рулетки. Посмотрим реакцию людей, пообщаемся на разные темы, попоем песни, поэтому поставьте лайк. Сегодня будет топовый контент. В принципе, как всегда. Не забудьте подписаться на канал, потому что вот столько людей смотрят без подписки. Это не очень хорошо. Вступайте в ряды лучших. Все песни, которые я исполняю в чат-рулетках, можете скачать в моем телеграм-канале. Ссылочка в описании или сканируйте QR-код. И погнали смотреть. Hey, how are you? What? Ah, accordion. Do you know what is it? Of course. In my country they play it a lot. What country is it? Portugal. Portugal, oh, nice. So you know how it sounds, yeah? Or... All my friends and heathens take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sad move. You don't know the half of the ambience. Я мог бы выпить море. Я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным, вечно молодым. Yeah? This is... Привет, чемпион! О, привет, Алия! Хочу подарить тебе смартфон для чемпионов Realme C55. Нифига себе, спасибо! А что, реально для чемпионов? Да. Действительно, новый Realme C55 первый в своей категории смартфон с самым большим среди конкурентов объемом встроенной памяти, это 256 гигабайтов, и с 8 гигабайтами оперативной памяти, которая может быть расширена до 16 гигабайтов. И все это всего лишь за 16 990 рублей. Вот такая вот желтая коробочка, давайте мы ее распакуем и посмотрим, как она выглядит. Ну-ка, анпакинг. Нормально так зарядили они. Две камеры огромные. Заметьте, помимо больших двух камер, еще здесь большой экран, что позволяет нам с большим удовольствием смотреть фильмы, играть в игры, влезает больше деталей. То есть сюда вы можете закачать кучу игр, кучу фильмов, памяти хватит на все. В комплекте идет зарядное устройство. Уже не идет. В комплекте идет зарядное устройство мощностью в 33 Вт. Сердцем смартфона является производительный процессор Helio G88, обеспечивающий плавную работу. Ультратонкий корпус смартфона в 7,89 мм делает его максимально удобным в использовании. Кстати, впервые в Android смартфоне применена мини-капсула. В общем, если собираетесь приобрести смартфон, присмотритесь и к этой версии тоже. Ссылочка будет в описании. Погнали дальше. О, Раиль! Я сижу здесь только ради того, чтобы однажды увидеть тебя и услышать, как ты играешь. О, вот это однажды и наступило, да? Да, да. Это сбылось. Сегодня мой день. Да, что, реально так? Давно сидишь? Реально так. Я на тебя подписан в YouTube. Вот, вообще просто фанат твой, просто фанат, реально. Я всегда в восторге от профессионализма людей, то есть от того, как они что-то делают и как у них это все идет из души. Да-да-да-да. То есть просто... Приятно, что ценишь, как бы. Да. А какой стиль ты любишь-то? Ну, я на самом деле слушаю практически все, то есть от классики до очень крутого тяжеляка, то есть в зависимости от того, что меня берет за душу. То есть, реально, я поклонник классической музыки, я поклонник тяжелого металла. А-а-а.
Ну, ты же как музыкант понимаешь, что это на одних и тех же гармониках по факту сделано. То есть классика и тяжелый металл. Да, да. Да. Но что хочешь услышать, могу сыграть что-нибудь. Классика или это. Слушай, я даже не готов тебя просить о чем-нибудь. То есть, потому что я просто знаю, что бы ты ни сыграл, это будет просто прекрасно. Ну, не знаю, раз классика, так классику можно, чё? Редко ты её здесь играешь, просто... Не знаю, вот такое. Так. Аккорды из кубы ре минор. Да. Я все-таки давай попрошу тебя об определенной биполярочке, да? А, что именно? Что именно? Feuerfrei, Rammstein. Не, пока такое не играю. Я думал, ты же помнишь, что я обычно играю, поэтому... Да, я назвал. Помню. Я помню, что ты играешь все. Ну, у меня были мысли по поводу Rammstein, надо сесть тоже, разучить что-нибудь. Пока нет. Иностранные мало. Я просто так сам прикинул, думаю... Ну, Feuerfrei под баян могло бы быть интересно. Ну, дойдем. Как я упустил из вида, я не знаю. А ты сам откуда? Барнаул, Западная Сибирь. Барнаул, здорово. Да, я смотрю, классная штука. Барнаул. А там что, алкаши? А, алкаши. Не путай. Алькаши это там что-то Гияс, Аддин, Абу, что-то там. Алькаши это, короче, математик великий, персидский, 800 лет назад жил. Реально? Да. Или это юмор такой, а? Ну, это мотообъединение такое есть в России, алькаши. То есть, ну, на самом деле это вот из стёба и названо. А, ну понял. Я сам просто мотоциклист, я катаюсь. Я у вас в Казани был, кстати, в 15 году. Hey. How are you? Good, and you? I'm well. What kind of music do you like? Anything. Just go ahead. Okay, try to guess. To guess. Okay. What language is it? It's not English. Oh shit. И нас с тобой закружит этот белый танец. Назло всем тем, кто от нас не отстанет. Глядя на сотни звезд, он будет с неба капать. Оставить нечто большее, чем просто память. I don't want to say my answer because I feel like I'm gonna offend. I feel like I'm gonna offend you, and I don't want to do that. Try. It's not Spanish. I'm pretty sure. No. Is it like?
like East Europe, like near. Is it Portuguese? No, I think Portuguese sounds like Spanish. Wait. Oh no. Can you say hello in that language? Привет. Wait, no, what's the first letter? What first letter? R? R. Yeah. Oh, Romania then. No. Yeah. Wait. Oh, Russia. Yeah. Oh, bro, that was like my first guess. Yes? But why did you? Nice. It's too easy. Too easy? No, because like when you were singing, there were some words. I was like, oh, that's Russian. But then, I should have said Russia. Что я сделал, ва плохой? Нихера себе. Узнала, что я из России переключила. Да. Кстати говоря, «Белый танец» можете прослушать абсолютно на всех музыкальных площадках, найти где угодно: Apple Music, Spotify, ВК, Яндекс.Музыка. Рекомендую по ссылочке в описании перейти в Яндекс.Музыка, там осталось совсем чуть-чуть. Давайте добьем 10 тысяч лайков, чтобы Яндекс еще больше рекомендовал мои песни слушателям. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Альфа-банк – лучший мобильный банк. Oh my god, hello! Can you play some vallenatos? What? Can you play some vallenatos? I can play another song. Do you know any vallenatos? No. Can you play... Hard. Hard. Oh. Wow, I see it first time. Thank you, it's really beautiful. Do you play? Yeah, I play. What kind of music? Waltz? Oh yeah, man! La Camisa Negra, Spain. Okay. I was like, why do I know that? I was like, okay. Yeah. You know La Gota Fria? Have you ever heard La Gota Fria? Do you know Colombian music? And you from Colombia? No, I've lived in Peru, Ecuador, 5 states in Mexico, Dominican Republic, Colombia. Like I just travel a lot, man. Pues yo tengo mi fluidez en español, solo porque yo tengo dos hermanos, pienso mexicanos y yo estaba viviendo en los países como decía. Eso es porque yo sé cómo la música, yo soy en el salsero. Hola, mi sözünde. Не понимаю ни одного твоего слова. How do you travel with your harp? I don't. I'm not. I travel with my flute because I'm a professional flute player. This is probably my best one though. This one.
That's La Gota Fría. La Gota Fría starts with a flute and an accordion, and the flute goes. La Gota Fría. Ты же не против твой фрагмент, где ты музыку слушаешь, вставлю? Слушай, да, вообще я даже буду рад. Да. У самого Раиля засветиться на канале, ну надо же. Слушай, а вчера мы болтали с аккордеонистом из Хорватии, парнишкой с молодым. Он сказал, что он там с тобой общался, что он там с тобой на связи. Мы с ним, наверное, минут 40 общались. Тоже офигенно играет. Есть там такой. Он же у меня уже в выпусках был. Может, ты его узнаешь, если найдешь? Да, он говорил, что он у тебя был в выпусках. And where I from? Хорватия. Хорватия? I followed you on YouTube. Я, наверное, просто просмотрел это все дело. Да я просто, видишь, я это вечерами домой вот прихожу с работы. То есть у меня тут только кошка в трехэтажном доме кипила. Ага. И поэтому я, в принципе, сижу вот в чат-рулетках периодически, с народом общаюсь. Потому что не с кем, да? Ну, как бы да, то есть просто такая ситуация, что в людях иногда сильно разочаровываешься. Там те, кто пытался быть рядом, ты их разгоняешь, потому что, ну, в общем, они не совсем с хорошей стороны себя начинают показывать. Ну да, да, понимаю, я сам тоже один как бы... У меня даже кошки нет, так что... Слушай, заведи, они прикольные зверухи. Единственный момент, который может смущать меня, это то, что кошки же умирают, и тебе потом, когда ты привыкаешь, больно будет отпускать. Вот да, то есть, сыграй еще что-нибудь, слушай, ну, блин, прям на двух просто, я реально в восторге. Что, что, что? Подожди, человек и кошка. Блин, давай, попробуем. Человек и кошка плачут у окошка. Серый дождик каплет прямо на стекло. К человеку с кошкой едет неотложка. Человеку бедному мозг больной свело. Доктор едет сквозь снежную равнину. Порошок целебный людям он везет. Человек и кошка порошок тот примут, и печаль отступит, и тоска пройдет. Do you know Edward Grieg song? Oh yeah. Yeah, can you play? No, not. Yeah. Yeah. Do you know? My ear's pretty good. I can form melodies really easy because I've played this for a little while. Turkish marsh. Rondo a la... Oh, I wonder if I can... So I'll Rondo. Be ciphering this one.
Ребята, если понравился ролик, давайте проделаем несколько движений, чтобы этот ролик увидело еще больше людей. Поставим лайк, напишем комментарий, абсолютно любой в качестве поддержки, и подпишемся на канал. Не забудьте также, что в моем телеграм-канале сможете скачать все песни, которые я исполнял сегодня в телеграме, да и в предыдущих чат-рулетках тоже. Ищите ваши любимые песни, сохраняйте к себе, ставьте на звонок, слушайте на досуге. Все, увидимся, пока!